отдельного воспитания, она имеет вековую историю, а идея совместного воспитания имеет десятилетнюю только историю. И к чему это привело, вы на улицах можете увидеть. Я против. Я против совместного обучения. Я считаю, обучение должно быть раздельным. Мальчик надо воспитывать одним способом, так скажем, девочек другим. Все это зависит от воспитателя. Кто воспитывает? Понимаете? Можно девочку воспитать мальчиком, то есть она будет резкой, драчуня там и так далее. И можно мальчика воспитать девочкой. То есть он будет очень ласковый, очень нежный, не сможет ни проявить никаких мужских качеств, там, сдать дачи или там подраться, это исключено. То есть это все очень легко делается. И родители портят детей с раннего детства, начиная с рождения. Не воспитывая, не придавая ему соответствующие качества. В то же время, в общем-то, природой уже, по-моему, доказано, каким должен быть мужчина и каким должна быть женщина. Вот. Но этим никто не занимается, этим воспитанием, этими особенностями. У нас вообще полового воспитания вообще нет. Считается, что нет такого воспитания. Сейчас ввели так называемое сексуальное образование, так скажем. И то как-то очень стыдливо, и в старших классах, и может быть. То есть фактически его тоже нет. Это должно происходить само собой, считается, само собой. А как это может происходить само собой, если мальчику не объяснить, что он будущий отец, что у него будут дети, что он должен защищать, ну, защищать в широком смысле этого слова, не обязательно там физически, приемами самбо, в принципе, защищать свою семью, свою жену, своих детей, ну и так далее. Паша, преследовать! Мы их воспитываем в духе мужчин, то есть ты мужчина. Воспитываем в нем определенные качества, мужские. Выдержку, силу, дух имеется в виду, прежде всего, силу. Ну и человек, на котором можно опереться, сказал слово, держи, и там, ну и так далее. В общем, вот такие основные моменты, которые потом в жизни пригождаются. Но это идет все в процессе воспитания самбо. Самбо действительно мужской вид спорта. Мне нужно было научиться воспитывать мужчин. Самому. У нас ребята проходят от слезливых мальчиков, там, 10-летнего возраста, до крепких, сильных, мужественных парней при выпуске из школы, которые могут выдержать, в общем, всякие психологические там и другие нагрузки. Много, вот так. Пожалуйста, отпустите. Самбо – это такой вид спорта. Здесь занимаются те ребята, которые не могут первые нападать. Обязательно они должны обороняться от кого-то. Но если на него напали, например, три человека, он применил прием, это не запрещено. Если он сам первый напал, то накажут и выгонят из школы, и все, снимут все разряды и дисквалифицируют его. Не разрешат заниматься самбо. Из этой школы тут очень строго с школьной, ну, с школьной дисциплиной. Дуваки нельзя получать. Получили, нельзя получать дуваки. Выгонят школу. Обязательно нужно хорошо учиться и хорошо бороться. Нельзя разделять процесс воспитания и процесс делания спортсменов. Это и есть воспитание. Понимаете, он идет вместе. Но нельзя выделять что-то, потому что тогда перекос будет. Если мы пойдем только на результат, значит мы будем быть перекошены в другую сторону. Вот представьте себе, наш ребенок вышел, имея три, которую меня под напором, под нажимом, но заставили меня нарисовать. Вот он вышел. И он точно так же, поскольку он спортсмен, а спортсмен у нас котируется, поступит в институт. Предположим, медицинский. И к нему я лягу на операционный стол, и он меня разрежет. И, ну, секундочку, подождите. Ладно, зашить зашьет. Иначе меня не вывезут из операционной. А что он там наделает на три-то, если он отец запишет? Ну, я не его и не веду. А что он там оставит? И что он там накуролесит? Дальше. Хорошо. Ювелир, почетная профессия. Дальше. Потом такой же нажмет не ту кнопку, и у нас не Чернобыль будет, а у нас конец света будет, потому что он не будет знать, что нажимать. Дальше. Такой нас может отравить в мировом масштабе, он не то насыпет водопровод. Такой, Бог знает что может, нет, нет.
только потому, что мы все время не думаем, кого мы выпускаем в конечном счете. Почему они считают, что они здесь уже могут получить оценку за незаслуженные знания, за неумение трудиться? Они уже заранее знают, что ему что-то мы поставим и нарисуем. Вот халтура, которая идет отсюда и которая в нашем обществе на каждом шагу. Ну, выступление Елены Васильевны было очень эмоциональным, но не конструктивным. Я так считаю. Вот этот мальчик, он плохо учится, предположим, по русскому языку. Ну, давайте мы его уберем из нашей школы. Этим проблема решится или нет? Я просьбу не перебивать, товарищи. Этим проблема решится или нет? Он что, станет более полноценным, полноправным членом общества? Он принесет большую пользу нашему обществу в каком-то другом месте? Но отдадим мы его в ПТУ. У него будет какое-то ремесло. Сейчас у него ремесло самбо, а другое там у него будет какое-то другое ремесло. Ну что, здесь он пришел по своему желанию. Он хочет заниматься. Путем этого самбо мы что-то с ним можем все-таки сделать. Как-то мы на него можем влиять. А если этот человек уйдет из-под нашего контроля, неизвестно еще, что для общества будет, как вы говорите. Мальчик хочет заниматься борьбой самбо, чтобы стать сильнее, чтобы защитить себя, там, чтобы это пригодилось ему в жизни. Я пользуюсь его интересом к этому. Если бы я был математиком, это была бы математика. Если бы я был физиком, это была бы физика. То есть инструмент был бы другим, а смысл воспитательной работы остался прежним. Так, мальчик, ребята, сегодня ваша учительница заболела. Урок будет вести директор школы Григорьевич. Так, здравствуйте. Садитесь. Садитесь. Да, можно. Так, какой у вас сегодня был урок по расписанию? Биология. Биология. Так, сейчас мы... Кто самый сильный вообще биолог в нашем классе? Ваня Парфенов. Ваня, да? Выходи, Ваня, сюда, быстро. Ты самый сильный биолог? Нет. Так, еще. Мне нужно трех самых сильных биологов. Сейчас мы будем играть в биологию. Так, все. Значит, условия очень простые. Каждая команда составляет по биологии то, что вы проходили. Три вопроса двум другим командам. По три вопроса. Значит, шесть вопросов надо составить. Можно советоваться. Каждая команда может советоваться между собой. Под руководством капитана. Капитан может сходить. Естественно. Понятно? Шесть вопросов. Самых сложных, чтобы они не могли ответить. Можно еще такой вопрос? Твои отравленные клетки еще чего-нибудь такой вот. Чего делают эти органы? Того, как на поверхность. Воды, воды нальем растительного масла. Нальем растительного. Растение зачахнет. Вот видите, смотрите. Такая масло. Вот, смотрите. Воздух в одном из сосудов. Так, вот. Нет, не то. Корни дышат всеми клетками. При этом клетки... Корни поглощают и выделяют углекислый газ. Без дыхания не проходит поглощение питательных. Это только вчера было, это не интересно. Какие вот, надо спросить, они даже не запоминали. Надо спросить. Вот этот вопрос. Надо спросить, что, Дим, если корень не будет дышать, вот, что будет? Пускай расшифрует. Пускай расшифрует. Так, все, начинаем играть. Пусть расшифрует биологию. Биология расшифрует, пускай. Хватит уже, пора играть в биологию. Значит, условия такие. Вы знаете, что такое круговая система, да? Вы задаете один вопрос, вы даете ответ. Вы вопрос, вы ответ. Итак, три вопроса, три ответа. А потом мы подведем итоги. Так, пожалуйста, первая команда задает первый вопрос. Вы понимаете, в чем дело? Что одно дело знать математику или литературу в объеме 10 классов, а другое дело уметь научить ребенка в объеме 10 классов. Я могу по любому предмету поставить двойку. Вот на это я способен. То есть, как учитель, я вот до этого уже дорос. А вот научить ребенка на три, это уже искусство. Понимаете? Это же нужно уметь. Вот поэтому я не берусь их заменять никого. И учить учителей тоже не берусь. Я руковожу коллективом. Оказывается, вот сейчас к этому уже почти что пришли, что оценки практически не играют никакой роли. Играет интерес к предмету. Если у ребенка есть интерес к этому предмету, значит, учитель хороший. Понимаете? Почему комнатные растения нельзя поливать в солнечную погоду? Так, вопрос понятен, да? Засекаю. Почему комнатные растения нельзя поливать в солнечную погоду? Вы судьи. Вы слушаете. У меня шестой судейскую коллегию. Я засек. Вот отсюда пошло. Так, есть ответ или нет?
20 секунд. 25. Почему комнатные растения нельзя поливать в солнечную погоду? Стоп, время. Значит так, одно очко вам. Нет, никаких последних движений нет. 3-3. Ничья. Значит, я по пол очка записываю каждой команде. На первом месте команда Ивана Парфенова. Аплодисменты. Второе место команда Павла Драган. И третье место Тяжина. Благодарю за урок. Спасибо. Когда вот сын приходит из школы вечером домой, и всегда сразу у нас вопрос там, как в школе, что в школе, и дочь также приходит. Так вот, он больше рассказывает о своей школе, о товарищах, о предметах, об учителях, обо всех, о спорте. Дочь, вот вы знаете, вот тишина сплошная, то есть рассказать-то как будто нечего. Была проблема с самого начала. Жена была против поступления сына в эту школу и говорила, что это зона повышенного риска, потому что здесь высокий травматизм, здесь одностороннее воспитание и развитие. Я не мама, а, к сожалению, бабушка. У меня здесь внук. Но с той самой минуты, когда он родился, даже до его рождения, уже была запланирована эта школа. Я имела счастье здесь работать несколько лет. С того периода, когда она создавалась, когда Давид Леонидович еще вместе с мальчишками, с родителями, засучил джинсы и клал стены вот в 8-й школе на новаторов. Поэтому весь этот дух вот создания, знаете, как что-то создается, это все пропитано этим замечательным таким духом товарищества, дружбы. Он, конечно, был, в общем, для нашей семьи стоял на первом месте. Мы были счастливы, что родился мальчик. Понимаете, в чем дело? Нельзя планово рождать энтузиазм, как у нас раньше было в годы застоя, знаете? Вот у нас энтузиастов должно быть 20 человек. Или там 29 планов. И потом, почему не выполнил план по энтузиазму? У меня так не бывает. То есть, если есть человек, который хочет то же самое, что и наша школа, и у него есть такие, в общем, желания и возможности, конечно, мы готовы открыть филиал в любом месте. В любом месте земного шара. Мы открыли филиал в этом году в городе Анапе. Но это просто дело в том, что Кирилл Асланиди, это местный житель анапский, мастер спорта по самбо-тренер сейчас, это старший тренер этого филиала, это парень, с которым мы вместе когда-то боролись в одном весе, ну и знаем друг друга. Стань прямо, стань прямо. Прямо стань. Вот так, выпрямься. А потом подворачивайся на бедро. Слева. Толя, возьми захват. В нашей федерации, куда я вхожу членом Президента Федерации борьбы самбо СССР, единственный человек, который против включения самбо в Олимпийских игр, это я. Дело в том, что включение в Олимпийскую программу несет с собой сразу один отрицательный момент. Погоня за результатом. То есть, если бы самбо был Олимпийским видом спорта, то о воспитании вообще вопросов никаких не было. То есть, неважно, как они воспитаны, не воспитаны, хорошие ребята, плохие ребята, главное, какой результат они дают. Если вы пришли бы ко мне и сказали, есть сколько у вас чемпионов Олимпийских игр? Вот мы бы разговор уже начали с другого. Понимаете, я считаю, что вот погоня за результатом, она вредит делу воспитания. Хотя отсутствие результата тоже вредит. Это тоже понятно. То есть, если нет результата, школы нет. Дети должны к чему-то стремиться, лучшие должны становиться чемпионами мира. И как это и у нас происходит. А там, кто не успевает, то должен на чем-то останавливаться. Там, кто-то должен стать мастерами спорта. Это нормально все. Но когда выжимается результат, это становится уже не нормально. Был такой Пифагор, известный спортсмен, чемпион Олимпийских игр, который занимался математикой. У него была школа пифагорейцев. Он их воспитывал. Они гоняли вес, то есть голодали по 20, по 40 дней и больше. И, как в те годы считалось, их меч не брал. Ну, я понимаю смысл этой фразы. То есть меч был медный, а тело было мускулистым, очень сильным, крепким, железным. Если будешь нечестно воевать, нечестным способом сражаться, потеряешь уважение среди товарищей сразу в коллективе. Понимаете? То есть уже вопрос о честности сразу отпадает.
Нельзя быть нечестным на ковре. Особенно за 5-7 лет. Сразу разоблачается парень, уже отношения к ним сразу другое. В спорте, если нет сильного соперника, то ты сам становишься слабее. Вот, то есть, если я буду побеждать очень слабых, я буду чемпионом, но среди слабых. То есть сам буду слабым. А если у меня сильные конкуренты, значит, я чемпион среди сильных. Я думаю, я буду заниматься дальше борьбой. Ну, в профессионал, я думаю, я не пойду, но заниматься буду. Мне нравится заниматься борьбой самбо. Что такое рыцарь? Это участник сражений, правильно? И у нас идут сражения постоянно. Защитник, участник сражений, участник битв каких-то. Вот у нас идут спортивные битвы, спортивные сражения. Здесь волей-неволей остались рыцарями. Деваться некуда. Остается добавить. Съемки нашего фильма проходили в московской школе «Самбо-70».